Доброго времени суток, друзья! Сегодня будем делать замечательную самоделку из компрессора от холодильника. Достался он мне совершенно даром, поэтому режем его без сожаления. Теперь избавляемся от лишних деталей, а с ними и от лишнего веса. Далее нам понадобится немного железа. Размеры я сделал произвольные, поэтому не буду загружать вас всякими ненужными цифрами. Кто захочет повторить, может сделать все размеры под себя. Как ему больше нравится.
Кстати, друзья, кому интересно, как режется оргстекло, перед работой с ним я сам еще не знал, как я это буду делать. Поэтому я взял первое, что попало под руку. И, как видите, канцелярский нож справляется с этой задачей на отлично. А главное, без шума и пыли. Признаюсь, друзья, идея поместить двигатель в аквариум пришла ко мне не сразу, но когда я запустил его в разобранном виде, то есть без корпуса компрессора, в котором он был залит маслом, движок, немного поработав, очень быстро нагрелся и уже начинал издавать пар от масла, которое начало выпариваться из всех щелей. Таким образом, я понял, чтобы самоделка получилась не на раз, а чтобы работала по-настоящему, надо возвращать двигатель в естественную среду обитания. Ну и, конечно же, тестирование. Как без него? Начнем сразу с девяточки фанеры, так как я уже чувствую, что эту машину ничем не остановить. А потом будем постепенно усложнять задачу. Как видите, справляется этот агрегат с любой поставленной задачей, практически без возможности его как-то остановить или заклинить пилку сильным нажатием. Надеюсь, вам понравилась данная идея. Оценивайте, пишите ваше мнение по этой самоделке. Всем удачи, до новых встреч!